Да, Анна. Мы находимся в 47-й гимназии, где на протяжении 10 лет Анна грызет гранит науки. Давайте же узнаем, что о ней думают ее одноклассники, и не только. Аня учится на одни пятерки и четверки. Как ей это удается? Аня участвует во всех олимпиадах школы и города. Она очень ответственный человек. Аня очень добрая. Она всегда мне даст писать. У нее такая юбочка, такая кофточка. А прическа? Вы видели ее прическу? Для меня Анюта Чернявская ученик года 2017. Она умная, целеустремленная, является творческой личностью. Я желаю ей удачи!